колыбель ивановского футбола стадион «Текстильщик» в пятницу распахнул свои двери для школьников. Для обучающихся в Центре дополнительного образования и перспективы руководство футбольного клуба провело полноценную экскурсию по стадиону. Футбольный клуб в городе Иваново – это не просто футбольный клуб, это определенное социальное явление, которое должно существовать не ради спорта, а ради в том числе подрастающего поколения, которое этими вот экскурсиями, этими встречами мы рассказываем о нашем клубе, об истории его, о старейшем, одном из старейших клубов, да, и проводим мы это очень часто. Если сказать, что в этом году мы получили специальный приз профессиональной футбольной лиги за активность в социальных акциях, в том году, если я не ошибаюсь, мы провели около 70 социальных акций. Как правило, посетители стадиона видят лишь трибуны и поле, но внутри этого здания совсем другая атмосфера. Тихо и спокойно. Это больше похоже на музей. В коридорах десятки фотографий людей, которые заложили фундамент ивановского футбола. От достижений прошлого экскурс постепенно привел в настоящее. Ребятам показали, где располагается администрация клуба и, конечно, не обошли вниманием крыло футболистов. Вот здесь они приходят, ребят, и когда им надо, они ходят вот сюда в сауну, в бассейн вот здесь небольшой есть. И они здесь вот восстанавливаются. Потом восстановятся и опять на поле бегут. Наибольший интерес вызвал новый один из самых ценных трофеев красно-черных – кубок, который команда завоевала в этом году. Его ребятам разрешили и трогать, и фотографировать, только осторожно. В общем, посещение стадиона оставило школьникам немало ярких впечатлений. Больше всего мне понравилось смотреть на команды, которые были самые первые на фотографии. И мне понравилось еще как мы стояли над стадионом и смотрели, как футболисты играют. В финале экскурсии даже те, кто никогда не интересовались футболом, захотели посетить матч. И такая возможность представится уже совсем скоро. Новый сезон стартует в начале июля. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.